создали новое движение, назвали его «Искренне ваши», «Наши», «Искренне ваши», «Идущие вместе», меняют название, стиль работы сохраняется, получает деньги из государственного бюджета, проводит акции и мероприятия больше в поддержку партии власти, в поддержку режима, поэтому, зная то, что реально происходит, и то, чему учат там молодежь, я думаю, что стиль сохранится, но рекомендовал бы поменять стиль работы, создать именно действительно такой политический плюрализм, плюрализм мнений, для того, чтобы не было односторонней, однобокой политики только в интересах правящей партии сегодня.